Рад приветствовать всех. Идем опять в поход за новыми идеями. Одно я уже показывал. Это разборный щиток, но хочу показать его на тракторе. И вторая, еще интересная идея, это расширители арок под 90-ю колею. Ну или кто ездит на больших тапочках. Для сравнения, старое крыло оставил с левой стороны, пол колеса наружу. 90 колее с расширителем все получается под крылышком. Так, ну и покажу, как он устроен, потому что кто-то обязательно захочет повторить, я не против. Вот он весь расширитель, то есть вот этот контур повторяет контур родного крыла, все отверстия, болты соответствуют, а второй контур просто отверстие, к которому крепится родное крыло. Изначально выглядит оно вот так, вот такая вот железка. Там я ее покрасил, гнется она по месту уже, конструкция получается достаточно жесткая. То есть вот не гнется. Вот такое может кто-то возьмет себе на заметку, изготовит. А кто не может изготовить, обращайтесь. Сделаю, отправлю. Вот. И щиток. Щиток хочу показать уже на тракторе. И показать, в чем его удобство. Я один болтик оставил для примера, так их тут три с каждой стороны. Выкручиваем. И щиток у нас вынимается вот таким образом. Что мы имеем? Вот эти бортики у нас остаются на тракторе. Серединка открывает нам доступ к генератору. Ну, у кого он есть, у меня его уже нет. Вот. А щуп, заливная горловина. Сейчас. И тоже вот тяга регулировки сцепления. Все это у нас получается открыто перед нами. Плюс еще. Ну, вот я воспользовался уже этой темой. Вот эта вся проводка, ну, она мотается пока вот так. А мотается она здесь, потому что, чтобы ее уложить потом в трактор, к аккумулятору, задним фарам, мне уже не понадобится серьезно никаких разборок, не понадобится снимать эту, снимать щиток. Вот открыл верхний вот этот щит и протягиваю проводку свободно. Вот такая вот тоже интересная идея. Тоже могу изготовить, если кому-то это нужно будет. Ну, на этом все. Спасибо, до свидания, заходите к нам еще.